Приветствую вас, уважаемые подписчики. Смотрите, приехала на диагностику такая вот Лагуна, подписчики из Гомеля. Если честно, довольно редкая машина в наших краях, третья Лагуна. Их не так много, как вот Мегана, Сценика в третьих. Но она тоже своеобразная, тоже интересная. Это уже немного такой более класс продвинутый, чем Меганчики. И сама машина побольше. Вот смотрите, серебристый цвет. Сколько нас в Европе? Меньше месяца. Меньше месяца с Европы. А с какой страны? Франция. Из Франции приехала меньше месяца. Видно, что за машиной следили, ухаживали. Как бы такое состояние приятное. Даже хочется с такими машинами иметь дело. Вот смотрите по салончику. Тоже сидухи какие. Хоть и 2014 год, но не скажешь, что на ней проехали много. Даже нет вот еще замятий здесь у нас кожи вот на боковинках сидений. Сейчас немного по салончику покажу. Так, так, включим зажигание, чтобы эрлинг засветился. Ну вот по салону, смотрите, тоже все достойно. Чисто, аккуратно. Ни пыли, ни грязи, ни следов износа. Ну, карты сюда еще надо будет поставить. Тут и будут свежие навигационные карты. Вот, поэтому так особо комплектации не сказать, что жирная. Подогрева здесь нет, механика. Вот такая у нас Лагуна. 186 тысяч пробег. Ну, эта лампочка светит, это по давлению в шинах надо подкачать. Ну, по цене, если кого-то интересует, 11,5 тысяч отдавали за эту машину с Европы. 1,5, тут, как я уже говорил, 846 мотор. Ну вот смотрите, по заднему дивану такое чувство, что вообще тут никто не ездил. Как тут чисто, красиво и уютно. Вот. Ну, места, конечно, не так много, как в Сценике. Тут, наверное, как в третьем Мегане. Даже чуть больше по месту. Вот такая лагунка. Багажник здесь большой. О, багажник вообще длиннющий здесь. Ну, высота тут не будет большая из-за того, что скос такой, наклон идет крыши. Но по длине погрузочная вот эта платформа. Очень вместительный багажник. Здесь обшивка тканевая, а тут уже пластик. Вот, о честности пробега даже наклейка подтверждает у нас то, что в 23-м году было 166 тысяч. И под капотом все такое не грязное, не запыленное, не изношенное. О, смотрите, движок тут 846-й. Сажевик еще на месте. И я, собственно, покажу, где находятся свечи подогрева антифриза. Вот, открыли капот. И здесь они очень даже легко и близко для замены находятся. То есть не надо, как в третьем Сценике, снимать локер, там колесо, лезть. Тут все довольно просто. Вот они. Блочок этот, патрубок подходит. И, кстати, они, наверное, тут даже еще будут в лучшем состоянии, не так окислятся контакты и провода. Потому что защищено от попадания дорожной грязи, солей, воды. Тут тепло и сухо под капотом. Поэтому вот я считаю, на Лагуне очень все это хорошо сделали. Вот. Тут есть сажевики, и поэтому вот клапан, который дозирует топливо на пятую форсунку, она находится в сажевике, он еще здесь. Вот такие дела. Ну вот такая Лагуна, друзья. Ну, вот еще ходовые огни здесь есть. Видите, такой полосочкой светится, не отдельными светодиодами, как в Сценике, а такой вот красивой полосой. Ну вот такая, друзья, симпатичная лагунка у нас. И номер тоже красивый, непростой. Так что любите автомобили, и они будут вам служить долго. Обслуживайте правильно. Смотрите канал, подписывайтесь. Всем пока.